Закончилась эпоха Кличко. Экс-абсолютный чемпион мира, супертяж Владимир Кличко объявил о завершении своей карьеры. Сейчас ему 41, боксирует с 14. В 1996-м выиграл Олимпиаду в Атланте и после этого перешел в профессионалы. За свои 27 лет на ринге Владимир Кличко провел 69 боев, из которых выиграл 64, 53 из них нокаутом. На протяжении десятилетия он был непобедим в супертяжелом дивизионе, владел чемпионскими поясами по ведущим мировым версиям, но в апреле этого года проиграл бой британцу Энтони Джошуа. После поражения Владимир взял паузу. Ожидалось, что матч-реванш состоится 11 ноября, но Кличко-младший заявил, что намерен начать новую карьеру.